С людьми, не с чудовищем. Быстрей! Быстрей, сука! Вампиры вас не слушают. Как правило, нет. Тогда как Детлов натравил их на город? Я же говорил, он исключение. Он может подчинить их своей воле, управлять ими силой мысли. Куда он сам не решит отступить и не погибнет, они не остановятся. Была не смертельная, но он истек кровью. Приди мы сюда на пару минут раньше. Рана была не смертельная, но он истек кровью. Приди мы сюда на пару минут. Они не удержали строя и побежали. Я чувствую кровь Дамьена. Он ранен. Пойдем. Уличная баррикада. Никакого смысла. Для вампира это не прекрасно. Они не знали, я не успел. Ну, сколько мне еще ждать?
все-таки вернешься?